100 тысяч рублей на покупку новых книг направили в библиотеку поселка Маховая в рамках исполнения наказов избирателей 7-го округа. 237 томов различной тематики пополнили книжный фонд городской библиотеки номер 11. Мы же принимаем решение не самостоятельно, у нас есть целый общественный совет, и мы, когда идет пора распределения этих депутатских наказов, мы собираем все заявки. И в течение 2-3 лет постоянно была заявка от библиотеки. Мы решили, что пополнить этот новый фонд, потому что времена меняются, появляются авторы книг, и нужно ими пополнить библиотеку, чтобы библиотека была интересная, разнообразная. Как рассказали в библиотеке, читатели с нетерпением ждали поступления новых книг. И как только они появились, их разобрали очень быстро. Читатели, конечно, ждали. Я прямо сразу сказала, это мне, значит, информация прошла, что 100 тысяч поступило в марте, но еще как бы обрабатывались книги, все. И читатели прямо ждали, каждый день спрашивали, когда же вот эта литература поступит. Молодежь и подростки сразу взяли читать боевую и военную фантастику. Дети – великолепные иллюстрированные книги о природе, рассказы Носова и сказки Астрид Лингрен. Пенсионерки взяли почитать любовные романы. Мы для детей получили книги, для юношества, потом для молодежи, такой среднего возраста, для людей, которые интересуются боевой фантастикой. Добавим, что библиотека номер 11 на протяжении 40 лет является культурным центром для жителей поселка Маховая. Но круг постоянных посетителей не исчерпывается только ими. Сюда приходят ученики всех окрестных школ, жители улиц Флотская, Якорная, проспект Победы и поселка Авача и 11-го километра.